Дорогие друзья, со мной Зурбек Икоев. Прямо сейчас, после очень-очень тяжелой игры, как эмоции у тебя? Да, эмоции, конечно, не очень, проиграли. Ну, первый блинком, дальше будем настраиваться серьезнее. Много новых игроков у нас в команде. И пока надо чуть-чуть и к полю привыкнуть, и к этому формату. Многие игроки просто не с большого футбола не играли в этот формат. Мы знаем, что Роман Удодов должен был присутствовать, да, но супернападающий. Да, но не получилось. Он сейчас возглавил «Динамо» Ставрополь, футбольный клуб, и у него как раз в эти дни игры. Да, и... это, конечно, потеря. Да, конечно, большая потеря. Спасибо большое. Удачи в дальнейшем. Благодарю.